Спорт многогранен. Есть замечательные виды спорта, интересные, зрелищные. Но я с вами разделяю одну страсть. Для меня лучше футбола нет. Очень рад, что вы с детства, с ваших юных лет любите эту хорошую, великую, очень увлекательную игру. Футбол, впрочем, как и многие командные виды спорта, именно славится тем, что это командный вид спорта. Футбол располагает великими звездами, великими футболистами. Но убежден, спроси любую знаменитость, и они скажут, без своих друзей, без своей команды, они бы тоже, наверное, многое не смогли бы сделать на поле. Поэтому, дорогие ребята, берегите командный дух, он вам пригодится по жизни. Но старайтесь выбиться в звезды. Кто знает, какая судьба предстоит вам, уверен, что дорога будет светлой, белой. Вы многого добьетесь в жизни. Вы уже добились многого тем, что играете в эту игру, играете в команде, добиваетесь каких-то результатов. Сегодня мы открываем традиционный, уже в Экибурском районе, футбольный фестиваль. Здесь будет, конечно, победитель. Но, наверное, не будет побежденных. Потому что вам всем будет интересно, во-первых, поиграть, доказать самому себе что-то. Конечно, постараться выиграть. Мы еще не знаем, кто будет победителем, кто бы он ни был. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья. Конечно, за футболом не забывать про учебу. Белой вам всем дороги. С праздником вас, дорогие ребята, и удачи вам. Спортивным и человеческим. Слово предоставляется Ловчеву.